Ару, еще раз напиши своего аккаунта, я еще не могу запомнить, как он называется. А вот он это. Все. Николай, как дела? Подожди. Нормально, говорит. Сейчас. Ты здесь, да? Да, она тут. Вот тут. Да. Ком с горла ушел? Здорово. Вот сюда подави, подыши. Если все уже, то все тогда. Так. Вот тут. Нет, у меня есть. Или тебе надо? Дорогой. Нет, это, конечно, можете оставить, если... Мне кажется, лучше... Ага. Прям до конца. Ты с этим уже давно живешь. Ну, смотри, ты можешь, конечно, оставить это. Не оставляй. Давай. Если не все, давай забрать. Там смотри. Оно пройдет. Пусть она сюда посмотрит. Посмотри сюда. Смотри. Вот сюда. Делаешь глубокий вдох. Да, 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 я так и делаю. Куда ты пропала? Вот в эти все знаки уже. Она смотрит. Вот она, вот она, вот она, часть, вот. А? Смотри, вдох делаешь. Вниз прям, вниз. Давишь. Там дырка. И на выдохе проваливаешь. Хрип идет и прям. Вот. И не отпускай. Не отпускай, блюй, давай. Будешь задышаться, не отпускай. Вот так. Вот так чуть-чуть Вот так еще. Во. Вот так. Ага, еще. О! Вот так. Молодец. Молодец, давай. Он тебя поддерживает. Не, она вообще молодец. Хорошо работает, а? Свобода. Давай, будь сильной. Плюется. Основное вытащили, там чуть-чуть осталось.
Основной вытащили, говорит, чуть-чуть осталось. Сладкина. Ну, она, походу, понимает, в чем дело из-за этого. Мне кажется, это самое сильное онлайн. Когда человек сам так работал. Да, понимание есть проще, с одной стороны. Да, что она все это понимает. И чувствую. Почему вы ее заставляете кашлять? Я не заставляю, это у нее рефлекс идет. Это само по себе чисто начинает, и человек кашляет. Просто когда, ну, будешь сдерживать, будет плохо. А так лучше, ну, лучше чуть напрячься и выкашлять. Чуть-чуть там. Все? На, бери наушник. Алло. Я здесь. Тебя не видно? Ага. Как дела? Живая? Да. Рассказывай, как дела? Отлично. Дышится лучше? Да. Ага. Грудь высвободилась вот тут. Душа. Угу. Угу. Просто теперь горло просто болит. Ну это от надрыва, да? Да, да, из-за надрыва горло болит. А так нормально все. Угу. Хорошо. Я сейчас, кажется, вырубиться, спать будешь, да? Угу. Кажется, накроет сейчас. Я прям готова прям сейчас лечь спать. Ну, слава богу, что все хорошо, мы тебе сердечки вон все отправляют. Ребят, я выжила. Там какой-то мужик злой был, я его заблокировал, я не знаю, родственник он или кто-то. Злой? Да, он типа, что вы пишете? Братишка, наверное. Ну хорошо тогда. В душ прими только и спать ложись. Будет намного легче. Ну, нет, любую да, просто да, можешь душку. Вы говорили, давно сидит и... Мне вот теперь важно знать, до конца ли вышло или нет. Я считаю, что да. Если будут, подави вот тут. Если захрипеть не будешь, то все. Еще, не, еще. А, вот так. Ты, ору. Этот, язык посмотри ее. Ару, ты меня не слышишь, да, сейчас? Ару, возьми второй наушник, он говорит, если повторим.
Посмотри, говорит, мой язык. Не работает мне зарядка сломана. И что надо делать? На язык посмотри, цвет языка какой. Вот ее чуть-чуть этот, когда будет кашлять, пусть язык покажет тебе. Скажи, какого цвета язык. Посмотри на меня. Белый он у нее. Синеватым. Давай, кашляй. Синеватым, ага. Немножко синеватым. Теперь смотри, ору. Возьми салфетку, а, какую-нибудь. Чистую. Ага. Пусть она язык вытащит вот так, вперед. Ага. А ты его чуть-чуть прищеми двумя пальцами, вот салфеткой вот так. И по языку вот так чуть-чуть пройдись, походи вот так. Понажимай. Будет очень больно, она будет кричать, не отпускай. А ты не дергайся, ладно, чтобы язык не оторвала на тебе. Должно быть немножко больновато. Ага. Давай. И тогда быстрее выкашляет. Выдавливает прям из языка. Вот так. Еще. Вот. Аж желудка идет. Выкашляй, не отпускай. Пусть выкашляет. Вот так. Не отпускай. Я отпустила. Сейчас. Все? Все? Или еще раз? Язык. Язык давай сюда. Ема. Зеленый что? О! Давай. У нее и лезет. Пусть лезет. Я говорю, это уже давно это. Язык держать опять? Сейчас что происходит у нее? Что у тебя происходит? Рвет, говорит. Пусть рвет. Что-то же скач какой-то у нее там. Ага. Вообще вот так самостоятельно не все могут работать. То есть это единицы, с которыми вот до такой глубины можно на расстоянии работать. Да, вот я и говорю. Что вот эта хрень, которая сейчас с нее лезет, это очень тяжело такое выходит. Ты слышишь? Я не слышу. Вот здесь что-то. Вот отсюда идет. Давай. Давай еще. Это не сглазили. Это, знаете, это, блядь, такая хрень, это нехорошая. Расскажу, я сейчас вытащу, чтобы не пугать. А потом расскажу. Это не как у тебя. Вот если тебя колданули, то здесь, блядь, вообще такую хрень делали. Я тоже колданули, но это так вообще не загнивает. Офигеть. А это родовое или прям на тебя? Это ей сделали, это, знаете, это кто-то очень близкий. Это тот, кто имеет доступ к ней, да, они дружат, скорее всего. Я не знаю, сейчас объясню, пусть сама думает. Жесть. Это что-то
это хуже порчи. Это похоже, но это, блядь, так подло сделали. Это не так нельзя. Я бутылку воды выдаю. Еще одна. Жесть. Видишь, он цепляется, как он выходит. Сейчас выйдет он. Чуть-чуть уже, все равно там. Давай. Скажи, отвали от меня. Все. Ну, ну что, на кашляете? Кашляете? Да. Вот это самое противное, вот это вот то, что ей сделали, это вот из всех таких вот каких-то стандартных вещей, это самое мерзкое. Тяжело выходит вот такое. Если в магии тоже мало чего хорошего, да? Магию, допустим, делать, у тебя дела не идут, отношения перекрываются, все. Так дорогу закрывает, вот то, что у тебя было. Ору. То, что мир, это как бы порча, которую подкормили. Вот это вот через еду ей сделали. Через еду? Это через еду, я тебе говорю, поэтому это кто-то близкий. Ну, в смысле, тот, кто, ну, как-то, вот, контактный, в смысле. Скорее всего, оттуда, но я, ну, это происхождение, вот, ну, они же отличаются все, это так делали, это так. Вот это так делали, кто, я не знаю. В принципе, можете сильно не заморачиваться, но я бы рекомендовал, бы хотя бы месяца три чужих рук ничего не есть. Потому что это подкармливает. Да. А вот когда мы первый раз мне делали, у меня было насмерть же, да? Угу, и сейчас тоже. Сейчас тоже. Я, знаете, просто вообще... Просто сейчас свежая, поэтому она быстрее выходит, да? Угу. Вроде все хорошо. О. Она пришла. Как теперь? О. Тебе у тебя там жесть. О. Через еду, говорит, кто-то. Проклятие. Это проклятие или как называется? Не знаю. Это чуть подожди. Проклятие чуть по-другому это сход. Это ново. Это... Если ты разве вылишь, ты будешь молодец. Ты слушай. И все. Она, этот, отключается. Спит? Ага. Ну, она потом посмотрит. Это тоже, это, знаешь, это, ну, их много, ну, есть основное, допустим, вот как у тебя было, тебя выворачивало, то, что этот, это дорогу закрыли, это на смерть делают, это, ну, в общем, перекрывают очень сильно. Ага. Есть порча, да? Человек просто заболевает непонятно чем, и почему-то вот этот процесс идет быстро. И тогда врачи говорят, надо было раньше прийти, там этот, а то уже у вас уже капец, короче, дрова. Вот. И есть вот такое, то, что есть делали, это... Очень похоже на порчу, но, в общем, это вот через еду, через воду, через алкоголь, через под еду можно так начитать и нафигачить. Вот. Но это совсем, вот то, что ей сделали, это совсем ебанутый человек какой-то. Это если близкий? Тебе ебанутый. Я не знаю, вот честно, вот не пытай меня вообще. Ну, я тебе говорю, через еду это по-любому человек, которого ты знаешь. Ага. Русский. Русская женщина. Да.
Да. Вот. Поэтому, ну, в общем, в основном это делают, да, это, ну, вот православные, вот туда, в ту сторону. Говорит, русская женщина, да? Да, 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 да. В основном это оно оттуда пошло. Вот так подкармливать, это, ну, там чаще делают. Вот. Это, ну, это такая хрень мерзкая очень. Вот. И поэтому, ну, у нее вот так. Там бьет и по здоровью, и ты не понимаешь, ты не ты, там какая-то хрень у тебя в голове, короче. Страхи непонятные. Вот, ну, вообще все непонятно становится. В зеркало страшно смотреть, ну, вот, ну, какие-то некомфортно там. Ну, что-то не устраивает, непонятно, чего не устраивает. Ну, в общем, какая-то вот фигня происходит. Там вот дорогу перешла, я не знаю, но есть люди, которым ничего не надо делать, и они просто надо тебя захуячить. Uh-huh. И таких людей до хера. У них просто вот говна в голове много и на душе, да? И они вот, ну, вот просто так, они фиг. Вот, ну, не знаю, они так перекрывают. Они так для чего-то делают. Мне это очень, ну, очень... Я не могу этого понять. Там не надо... знаешь, чем-то обладать. Многие говорят, ой, у меня же ничего нету, чему мне завидовать, там нахер не надо, просто твою улыбку могут позавидовать, и я хуйную тебя. То есть, ну, это вот, вот такие люди, это очень, ну, низкочастотные. С такими надо аккуратней. С таким очень тяжело жить, с таким проявлением. Очень сложно. Очень сложно понять, что ты хочешь, как ты хочешь. То есть, ну, оно будет закрываться. Что скажешь? Что тебе говорю? А так будет это, ну, теперь будешь, ну, себя иначе чувствовать, да? По-другому. Почти как айфон теперь. Перезагрузка. Я благодарю вас. Пожалуйста. Вы были в моем запросе. Классно. Как еще? Да. Теперь встретиться по-любому. В Алмату поедем. И то, что я самостоятельно это проделала, это вообще... Да. Это надо упорство проявить. А? Просто она понимает, как это, что это. С чем, да? Ты столкнулась. И если не сейчас, то уже потом. Когда? Потому что если с контактом, это вытаскивается минут 15-20 там, ну, со всеми, от слова «здравствуйте», до, когда закончится. А самостоятельно это очень сложно. Это, я так самостоятельно не люблю сам собой работать. А так молодец. Молодец. Чуть-чуть. Откашливайтесь. Теперь еще 6 я буду проводить марафон. Девушка написала уже мне. Вы ведете марафон «Счастливый я» и при этом. Тут смотрите, я не верю, что какие-то люди специально будут наводить порчу. Но не верю в себе. Зависть в глаз верю. Ну и глаз это, ну, это такая это легкая форма магии. Это фигня это. А вот порчу. Очень много же таких людей, которые там по кладбищам шатаются. Что, землю подкидывают и все. Бывает такое, что человек от незнания просто хочет попробовать поиграться. И иногда может слишком заиграться. А иногда может, обладая силой, не зная об этом, направить неправильное русло. И многие люди вот, не понимают о том, что иногда может человек просто-напросто, позавидовав, что-то сказать. В сторону человека. И дрова потом. И очень, когда ты обладаешь силой, очень надо, знаете, очень важно себя держать. Потому да. Что ты можешь как в ту, как в плюс фигачить, так и в минус. Поэтому этот лучше меня, ну, вот лучше не злиться. Я свою агрессию и зависть и там какую-то этот держу пока, ну, стараюсь, и пока получается. Вот.
Тут люди пишут, очень рады за тебя. Благодарю, благодарю. Эльмира, ты умница, хорошо, крепко тебе спасибо. Благодарю. Ребята, это действительно работает, энергия мощная. Игорь Ким. Игорь, я вас благодарю. Я с вами была точно знакома через Ару, она мне рассказывала, что да как. Действительно, вы являлись моим запросом. Я еще тогда подумала, я говорю, каким-нибудь способом я с ним встречусь. И это произошло в прямом эфире. Я благодарю за ваше время потраченное, за вашу энергию, которую вы вложили сегодня в этом эфире. И я уверена, что в скором времени мы с вами встретимся в реале. Так что, ребята, кто сомневается, все, кто не верит, пока вы на себе не попробуете это, вы не ощутите. А на других смотреть и жить жизнью других не рекомендую. Так красиво улыбается. Я рад, что все получилось у нас сегодня. Да. Все. Я пойду в душ и пойду спать. Вы можете. Давай. Ты тоже благодарю. Подписывайтесь на меня, лайкайте меня. Всем всего доброго. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну, походу, сегодня будет отрубиться. И все. Что-то все молчат. Вопросов нет, походу. Задавайте вопросы, чуть поотвечаю, и потом уже этот, пойдем. А молитвы, если читать как оберег, можно? Можно. Что-то у меня, может быть, не было. А как вы выпускаете свои эмоции, гнев? Игорь, я хожу в спортзал и бью грушу. Вот так я выпускаю агрессию. Другого способа я не нашел, потому что мне кажется, это единственный способ для мужчины, который можно выпустить. Угу. 5 минут сейчас приду. В постель зазывают. Хорошо же. Приятно слышать смех. Я буду к вам. Так, что там? Я приду к вам обязательно когда-нибудь ложиться. А как таких людей определить? Таких людей каких? Даже с меня что-то вышло. Мама, Пол, привет! Ты что, не спишь? Почему вот. У меня не показываются комментарии? Ты потому что телефон держишь вверх ногами, мне кажется. Я тебя вижу вот так. Да. Ага. Появились? Что-то нет. Тогда пальцем вот так вверх подними. Свайп сделай так. Что спрашиваешь? Могло ли что-то остаться? Нет. Где именно? Не знаю. Ты по ощущениям посмотри сама. Я как знаю. Ну, мы с вами еще встретимся. Онлайн попасть надо ловить прямой эфир и все. Вот. И выходить не бояться. Токсичность, которую делают порчу завтра, не знаю, как их определять, их видно обычно там, ну вот, опять вы машинку купили, вот, ну, вот таких нахер, короче, из своего окружения. Конечно, у тебя там сумка лучше, чем у меня, но это же, ну, это же сразу решила поработать сама с своей энергией, круто, Макпал. Можно в Алматы комнату тренинг попасть. Это надо было просто прийти, в инстаграме есть пост, поэтому там есть организатор, позвоните, запиши. Вот. Так, вроде все. Если есть вопросы, еще задайте, и я уже пойду спать, а то скоро меня из дома то выгонят. Да, давайте лучше отпустим Игоря. Угу. Потому что и так, мне кажется, долго поработали. Все, кажется. Будут, так, наверное, еще. Вам, Мороза. Что-то вышло. Здорово. Денис, скажи,
Я на тренинг с каждым индивидуально работаю, да, как это здорово. Когда людей до 12, до 20 человек, я, в принципе, с каждым успеваю. Как всегда, круто. Спасибо, вы планируете приехать в продюсер, пока нет. Люди иногда. Миомы – это женские обиды, это женские, это не до... когда сексуальность свою закрываешь, в общем. Вот. Очистить из дома непосещаемость, ну, примерно так, да. За нецелевое использование, я бы сказал. Вот. Ладно, друзья, всем пока. Ару, давай пока тоже. Пока. Давай, пока-пока. Так, сначала с Ару. Пока. Всего хорошего. Вот как, точнее, можно определить, что есть сущность. Необоснованные приступы страха. Когда в зеркало на себя неприятно смотреть. Когда ты идешь, и ощущение, что сзади кто-то идет. Вот это первые такие признаки. Когда ты закрываешь глаза, у тебя веки вот так трясутся, это вот они. Желудок – это самоедство, потому что ты себя жрешь. Вот. Вот от чего болит желудок. Значит, есть. Киста в левом яичнике – это женские страхи. Про себя, как про женщину. Это страх родов, страх замужества. Вот туда больше. Это значит, приходите с глаз настроения. Ну, перепады как настроение? Ну, такие вот когда. Доброй ночи, вы супер. Большое спасибо. Эфир обязательно сохраню. Он еще будет в этом в Ютубе. Кишечник, если проблемы, честно, это вот все про самоедство. Запоры – это родовое что-то, и пейте больше воды с солью. Четверть чайной ложки соли на литр воды, 2-3 литра в день. Четверть на литр, четверть чайной ложки соли на литр воды. Перед едой стакан, после еды стакан, и нету больше ваших запоров. Как раз сейчас мучаюсь желудком, но не задумывалась о самоедстве. Раньше было, но я отработал этот момент. Если у вас болит желудок, это по-любому самоедство, вы, значит, чем-то с собой недовольны. Все, друзья, давайте пока-пока. Всех люблю, всем добра. Всем отправляю лучики добра. Давайте пока. В Астане буду в августе 19-го, по-моему.